Вітаю! В ефірі студія «Репортер», з вами Тетяна Борумбій. Сьогодні говоримо про театральне життя міста та вистави, які відбудуться найближчим часом. Сьогодні до нашої студії завітали заслужені артисти України, актор Запорізького театру «Молоді» Олександр Фортус, вітаю вас у студії, і Юрій Драненко. А також Надія Петренко, керівник літературно-драматичної частини театру. Давайте почнемо з того, чи скучили за гастролями і де вже встигли побувати. За гастролями ми дуже скучили, надзвичайно скучили. Тому що зараз такі офіційні великі театри, як наш державний театр, мають мало можливості подорожувати. Але для нас, акторів, для театру, це велика наснага – побачити інших глядачів, відчути той кайф, коли ти зустрічаєшся, здається, вперше з глядачами. Тому це таке задоволення надзвичайне. І тому Одеса для нас – це і іспит, і задоволення. І ми розуміємо, що Одеса нас буде перевіряти і на гумор, і на стійкість, і на майстерність, бо вона багато чого бачила, але ми готові до цього. Ми привеземо 16-17 надзвичайні вистави. Розкажіть, що за вистави та чому одесити повинні їх побачити? 16 іюня спектакль «Ladies Night». 19.00. Да. Театр мускомедії Водянова. И 17 июня спектакль «Примадонны», тоже в 19.00, в театре мускомедии имени Водянова. Почему действительно должны увидеть его? Потому что это очень крутые спектакли. Это два шедевра. Да, ярких, сочных, комедийных, динамичных, с хорошим, юмором. С большой проблематикой, которую мы поднимаем, несмотря на то, что это комедия, казалось бы, легкий жанр, все равно наш театр попытался найти в этом спектакле проблему, которую мы на сцене во время спектакля решаем, и все заканчивается позитивно. Это не спойлер, надеюсь, да, сейчас будет. Расскажите трошки про ваших персонажей, чтобы действительно ближе познакомились с тем, что побачить. Я субтильный ботаник. В «Ladies Night». В «Ladies Night», да. Спектакль «Ladies Night». Нежный, ранимый, добрый, молчаливый, с большими надеждами, мечтами о женщинах, но безработный. Еще не знающий, как с женщинами обходиться. Да, и вот на протяжении 3 часов мои коллеги помогают все-таки наладить общение и вообще контакт с женским полом. Более крутые металлурги. Да. Юрий Валентинович. Да, наши персонажи, нас там 8 человек. Да? 8? Да. Да, нас 8 человек. Только на сцене будет целое действо, да? Да, да, конечно. Нас 8 человек. Мы изначально, в принципе, мы большинство из нас 6 человек мужчин, мы металлурги. Металлурги рабочих профессий мужчины, которые оказались в кризис без работы. Заводы закрыты, мы полгода сидим без работы, деньги у нас заканчиваются, и как же дальше, мы не знаем. Вот. И вот абсолютно разные типажи, которые, я уверен, каждый зритель узнает, что это есть рядом, в соседней квартире, в соседнем дворе. Мой персонаж – это такой вот все время пытающийся преуспеть человек, то ли шоу-бизнес, то ли продюсер, который постоянно что-то мутит, крутит, пытается что-то завертеть, какие-то классные истории, которые всегда в последний момент оказываются провалом. Есть у нас хозяин бара Сергей Геннадьевич Цивилев, заслуженный артист Украины, который, глядя на вот этих вот ребят, бездельников, по сути, безработных, но понимая, что они бездельники, потому что это безысходность работы нет. Они хорошие ребята вообще-то. Они хорошие, да, они хорошие, они брутальные, они настоящие друзья, но так сложились обстоятельства. То есть для нашего города это очень знакомо. Ну, думаю, для вашего, когда закрываются какие-то большие предприятия. Тем паче, вот такие часы. Да, да, то есть спектакль очень актуален. Розкажіть, не можу не запитати, напевно, вже класичне питання про карантин. Адже творчих осіб це дійсно торкнулося дуже сильно. Що ви відчували і як виходили з цієї хвилі? Ну, ми працювали. Мы работали онлайн, да. У нас был довольно активный репетиционный период, мы связывались в Zoom, проводили репетиции, в
вплоть до того, что какие-то даже там движения, жесты или какие-то мизансцены мы даже пытались реализовать там через камеру. Ну. Вначале у нас была, мне кажется, такая некоторая растерянность. Как бы, ну, не понимая, что у нее происходит. И главное, что мы не понимали, насколько это долго, то сколько это продлится, неделю, две, месяц. Вот. Но в то же время это дало нам огромный толчок творческим силам внутри театра, потому что мы начали делать новые спектакли, то есть мы начали проводить застольные периоды онлайн, и плюс мы сделали много видеоработ. Мы записывали видеоконцепты, которые клипы. То есть научились очень многому другому, потому что творческий потенциал, который есть, конечно, хоть он, его невозможно куда-то сдержать, закрыть. Поэтому, когда первый шок прошел, то началась работа очень активная, и которая закончилась тем, что, выйдя сразу после карантина, можно было уже что-то показывать. Да, мы сыграли две или три премьеры буквально там в течение месяца, наверное. То есть они были уже готовы в онлайне, дистанционно. Нам просто нужна была сцена, друг друга увидеть, потрогать, развести все ногами на сцене. И огромнейшее количество песен, концертов. Но я хочу вернуться вот к «Леди Снайд». Почему? Потому что как бы одесситы знают эту пьесу, да, знают этот спектакль, но наш, во-первых, очень отличается, потому что у нас другой перевод, и поэтому другой совершенно спектакль, и у нас там много есть сюрпризов. Причем очень приятных, очень таких невероятно приятных именно для дам. Не в лоб, не брутально, а наоборот, с огромной любовью. Скажу вам честно, мне как женщине и все, кто приходят, это покоряет, это трогает, это невероятно. Взлетаешь просто на крыльях. Какой это сюрприз? Естественно, не скажу. Потому что нужно прийти, посмотреть, как эти парни выкручиваются из того сложного положения. И это удовольствие, опять же, для нас, женщин, потому что мужчины принимают решения, и в самых скрутных умовах они сильные, они мужественные, они знают, как нам помочь. Еще один из важных, мне кажется, элементов этого спектакля, когда мы начинали его делать, и когда у нас был застольный период, режиссер, наш главный режиссер Геннадий Ильич Фортус, он сказал, что мы будем в материале, в литературном, очень много там скабрезных слов, вот такого вот. Но Геннадий Вадимович сказал, что мы не будем как бы в лоб, вот как сказал Надежда Васильевна, дубасить этим. И мы будем делать спектакль о мужчинах. О мужчинах, которые сталкиваются со сложностями своей жизни, но тем не менее с достоинством находят из них выход. Ну, а главное, это должно быть весело, интересно, озорно. И поэтому это шоу, это спектакль умный, разумный и очень веселый. Зрозуміти, що вистава вдалася, це почути глядача. Ви як актори, чи звикли до глядача у масках? Ну, я отвечу, простите, первым, потому что у меня не очень хорошее зрение. Вот. И когда слепит свет, мне как бы, ну и комфортно, и все равно же они громко смеются, хлопают, то есть. А мы его еще проверили и на харьковских зрителях, потому что вот в начале прошлого года мы были в Харькове, и мы возили этот спектакль. Это была такая проба после долгих лет не выезда. Да? Раньше наш театр очень много ездил по всей стране и по бывшему Советскому Союзу, да? Странам СНГ. Да? А потом как-то немножечко это сломалось. И тут Харьков для нас был такой хорошей школой, хорошим испытанием. И было очень приятно, что в театре Шевченко большой зал, а зрители пришли, аплодировали. Да, у нас были и «Леди Снайд», у нас было «Загадочное убийство собаки». Это очень серьезный спектакль. И люди пришли. И, да, и ушли очень задоволены, потому что когда мы приносили, вот даже университет Каразина говорит, да, ну, приезжали. Я говорю, вот ручаюсь, придите, вот я буду стоять там в центре, и вы мне скажете. Вот сказали спасибо, верим теперь.
Тепер вірим, приїжджайте. Мені дуже цікаво дізнатися, як готуються актори до гастролей. Що потрібно зробити перед виставою? Розкажіть, будь ласка. Как минимум надо неоднократно еще поработать те спектакли, которые мы везем, и у нас была возможность. Да как, настрой, прежде всего настроение. И лично я как-то не нуждаюсь никогда в каких-то дополнительных каких-то там реквизитах или еще чем-то. С удовольствием еду. Я люблю Одессу, я люблю это настроение, которое она дарит. У меня здесь есть много друзей, знакомых, там, однокурсников. Я еду сюда с удовольствием, надеюсь подарить свое настроение одесситам. Ви вперше в Одесі. Да. Розкажіть, що вже встигли побачити і, можливо, що хочете почути від одеситів? Ну, услышать хочу, наверное, какую-то любовь, что нас приняли. Эти наши первые гастроли в Одессе за много лет, и мы для себя решили, что это знакомство с Одессой. То есть с одесским зрителем, и чтобы он познакомился с нами, увидел нас, чтобы в будущем мы сюда приехали, привезя не столь громкие работы, как «Леди Снайт» и «Примадонны», а более серьезные вещи, более сложные. Вот. То есть это такое вот знакомство, и хочется услышать от Одессы, вот когда это от других городов больших, таких театральных, услышать «да». Да, мы вас любим, приезжайте еще. Да, а что я еще ничего не успел толком увидеть, потому что мы как бы поездили по центру, но меня уже тут прозвали японцем, что я все снимаю, хожу. Вот, мне очень нравится. Наш город родной, Запорожье, тоже он хороший, любимый, но такими красотами, такими масштабами, просторами он не отличается. Еще, ну, надеюсь, что успею походить до приезда на спектакль, успею походить по улицам, послушать город, о чем говорят, понюхать, чем он пахнет, какой он, увидеть людей, какой ритм у города, быстрый, медленный, погулять по парку, мы тут два парка увидели красивые, до моря добраться. Ну, сподіваємося, іздаліка. Ви все встигнете, адже тут дійсно є що дивитися. І одесити у нас дуже щирі, радушні і дуже люблять гостей. Розкажіть, Надія, що ви думаєте, чи є прогнози, як одесити сприймуть ваші спектаклі? Ну, прогнози, мабуть, того, як нас зустрічають, мабуть, ті, які ми пропонуємо, ну, ми бачимо іскренні улыбки. И внимательные глаза, поэтому мы надеемся, что все получится, все наша взаимосвязь установится, а мы выложимся на полную, конечно, потому что мы хотим показать себя одесситам для нас, и, как я повторю, это очень интересно. Потому что это комедия, во-первых, да? Ну, комедия считается развлекательным жанром, на самом деле она очень разнообразная. И, честно говоря, иногда комедия лучше лечит, лучше показывает, чем наши недостатки, чем трагедия, да? Поэтому лучше комедия лечить людей. А театр это умеет замечательно. Я бачу такі часи, так, звичайно. Мускомедія, одеська мускомедія, буде приймати Запорізький театр 16 та 17 червня. Розкажіть, які міста плануєте, чи, мабуть, за кордон хочете? А всюди хочемо. Ми хочемо. Всюди хочемо. Хочемо, везде і много. Да. А ми були в Польщі. Мы показывали свой спектакль, но потом опять же вот локдаун, конечно, всем все поменял, все наши истории, поменял наши ритмы жизни. Но я надеюсь, что все закончится, и мы наконец-то все театры начнут ездить, меняться, мы будем смотреть другие театры. Да, я очень хочу пригласить еще на «Примадонну». Я люблю этот спектакль, честно признаюсь в этом. Опять же, вот два замечательных этих актера играют. Это наши да. С вами если... сходятся. Да. Я тоже люблю «Примадонну». Да. И если в «Леди Снайт» Александр такой душка, еще наивный юноша, то в «Примадоннах» он...
такой подталкивает Юрия на такие... Всех да. сумасбродств и сумасшествий, которые мы в этом спектакле творим. То он актер, они там актеры, и вы понимаете, творческая энергия у них там актеры, бурлит. Там актеры, они актеры. Да, бурлит. Наверное, по профессии актеры. В принципе, по жизни. Я сподіваюся, що цей спектакль і «Ladies Night», і «Примадонна» дуже сподобаються одеситам. Щиро вам дякую за розмову. Нагадаю, що відвідати вистави ви зможете 17 та 16 червня у Одеській мускомедії. З вами була Тетяна Борумбій. Відвідуйте театри та залишайтеся з репортером.